тоже в одной из первых пар отличился. Но мы надеемся, что этот ориентир не станет слишком смущать Руслана Мурашова, которого мы тоже рады приветствовать в группе сильнейших. У него забеги в Харбине сложились и вовсе неудачно, потому что был дисквалифицирован в первом забеге. Во втором тоже, несмотря на высокий результат 34,88 секунды, его оштрафовали, скажем так. Ну вот, наконец-то он в Нагано выиграл группу «Б». И снова мы его видим в забеге сильнейших вместе с молодым канадцем Кристофером Фиолой. Неплохой разгон от Мурашова, 9,63 секунды. Ну а что касается результата Артура Ваза, то в рамках розыгрыша этапов Кубка мира этого сезона это наилучшее достижение пока что. Да, 34,50 лучший результат сезона. Ох, как вынесло сильно сейчас Мурашова. На отборе в Канаде демонстрировал. Но, тем не менее, 34,57, несмотря вот на такую дополнительную петлю, Руслан Мурашов и хороший круг, и хороший разбег, 34,57, Руслан сразу практически полсекунды с официального своего лучшего результата в сезоне сбрасывает. До этого у него было 35,01 в Коломне. Ну и очень близкий к его личному достижению результат. Так что, в принципе, несмотря на такой серьезный технический сбой в малом заключительном повороте, очень высокий результат остается.